подозрительных предметах, сообщайте машинисту. Всем привет! Воскресенье, по воскресным метрикам утро, еще даже 10 часов нет. Станция метро Крылатская. И как сообщили неравнодушные зрители, вчера наконец поехал электробус 832. Я так говорю, потому что уже было, так сказать, сообщено где-то неделю назад, что вроде как он поехал, но это был понедельник. Я по понедельникам не снимаю. Ну, за редкими исключениями, если типа открытие станции метро, конечно, тогда да. А так, в общем-то, нет, другие дела. Поэтому я не поехал. Хотя где-то в душе было сожаление, что вот я не еду. Но, как говорится, знаете, есть такая армейская, по-моему, поговорка. Не спеши выполнять приказ, подожди, пока его отменят. Ну вот так, собственно говоря, оно и вышло вечером. Оказалось, что ничего не случилось. Какой электробус никуда не поехал. А так бы я пошел и появился бы, видимо, ролик, как я долго и безуспешно жду электробус. Но вот теперь вроде все нормально, официально. Есть сообщение, что вчера, 25 января, еще один маршрут перешел на электробусы. Интересно, да, есть он здесь в списке. Ну, в принципе, конечно, можно ждать. Но я пойду, тут такая история, что конечная не у метро находится. В общем, достаточно далеко, вот в конце там Осеннего бульвара где-то она. Как я понял, вот, значит, здесь он идет, соответственно, в ту сторону, куда мы идем, потом разворачивается и по противоположной стороне бульвара уже едет на маршрут. Ну, найдем, заодно посмотрим, как там, что. Может, зарядники какие-нибудь стоят, мало ли чего. Если я, конечно, все правильно понял и иду куда надо, вроде правильно иду.
Погода мерзкая. Вчера вечером какой-то, даже не знаю, как это и назвать, но, в общем, как снеговой такой фронт, что ли. Мелкий-мелкий сухой снег, все завалил очень быстро, очень сильный и очень кратковременно, но подпортил коммунальщикам жизнь. Сейчас тут более-менее, наверное, и потеплело, и насыпали вот этой гадости опять на улице. А я вышел из дома, скользко, холодно. Ну да ладно. Вот так вот со снегом расправляется, хлопанием дверей. Такая погода чем опасна еще при таких съемках, что стекла могут быть очень грязными. Я вот вчера ездил, снимал, но, в общем, конечно, печально. Очень плохие стекла. Ну, как есть, так и есть. Ну, далеко, в общем-то, да, до конечной. Остановка, полная остановка. Поэтому, в общем, в названии маршрута, там, по-моему, как раз так и написано, аккуратно, конечная. Крылатская. Не метро Крылатская, а просто Крылатская. Тут, чтобы не придраться. А с другой стороны, конечно, не знаю, как она точно называется, спорткомплекс, что-то, в общем, в таком духе. Но маршрут короткий. Это порядка 5 километров. А нет, тут даже, похоже, больше, чем одна остановка-то. Вот мы одну прошли. Собачка мерзнет, гуленькая, без шерсти, холодная. Так что вот одна остановка, а там еще одна впереди. Вот, похоже, он нас догоняет. Да. Вот он. Ну ладно, я не буду дергаться, тем более не знаю, может быть, здесь как раз всех высаживает. Ну хорошо, значит, ездит. Не зря иду. Сейчас посмотрим, когда будет нас гонять. Вот он. Восемьсот тридцать два. Бульвар Осенний называется, я сказал, по-моему. Осенний бульвар. Еще как возьмет и сразу рванет на маршрут.
засыпано все. У нас в метро сейчас машина ехала, вот которая посыпает. Даже люди оборачивались вслед, смотрели, потому что, видимо, реагент очень сухой, что ли. Она едет, как вот паровоз в облаке пара, а она в облаке каких-то испарений. И не испарений, а пыли, что ли, от этих реагентов. Густо-густо посыпает. По-моему, даже что-то там неправильно отрегулировано. Очень-очень густым слоем. Но люди оборачивались, я же говорю, и смотрели. Так. Ну что ж, куда-то он поехал, чертяка. Ну ладно, я пойду. Ага, зарядники. Зарядники уже вижу. Вон они. Ну, значит, мимо как раз пойдем. И там вот, видимо, в торце и остановка. Ну ладно, спешить, в общем, некуда. Стоит, кстати, неровно. Заметно так. Уклончик. Наверное, не мешает это зарядник. Так, филиал западный. Вот он. Столовая. Вот электробус. Пока я столовую показывал, он поднял свою штангу. Ну ничего, много раз это видели. Так, вот вторая зарядная. Вот третья зарядная. И вот четвертая. Ага, вот там и остановка притаилась. Вид чистый. Чистое небо, ну, в смысле, не небо, а воздух, далеко видно. А, что-то он делает вторую попытку штангой своей, зарядной, туда-сюда играет. Дойду к остановке. Потом, может, вернусь назад. Тут место такое, что все видно. Я не думаю, что их много на маршруте. Штуки три. Может, четыре. Мне так кажется. Вот называется спортцентр Крылатская. Ну, написано 6 минут.
значит, я смотрю, опять штанга опущена. Опять поднимает. Хоп. Третий раз стыковочная попытка у него. А тут 832. Вот меня интересует, кстати говоря, вот это вот чисто случайное совпадение такое или нет. Я просто вчера этим вопросом задавался. Я был на конечной, где три автобуса. 59-й, 759-й и 859-й. Вот. Риторический вопрос, это случайно или так было задумано? Он, кстати, опять опустил. Может, он тренируется просто. Остановка опустила, все уехали. Так, опять поднял. Четвертый, ну не знаю, попытка или как это. Что он делает? Четвертый подъем. Так уж точно и нейтрально. Заряжается, готовится. Трамвайчик. Машина трамвай 18 сантиметров, 780 рублей. Ну так, нормально. Так, а тем временем он опять опустил. Интересно, будет пятый заход.
снежной целине. О, поехал. Все. На остановке вообще никого нет. Похоже, будет персональный электробус. Специально для канала видео From Moscow. Да, стекла, конечно, отвратительные. Вот мне вчера один товарищ написал: обязательно показывай, как ты прикладываешь билет. Показываю. Ну что, поехали. Уважаемые пассажиры, вас обслуживает коллектив филиала Центральный Москва-Транс. Электробус следует по маршруту номер 832. До конечной остановки спорт-центр Крылатская. Следующая остановка Дом быта. Табло пустое. Кроме номера маршрута ничего не светится. Еще один. А вот еще один. Слушайте, как они кучно ходят у них тут. Один с другим. То есть уже... Следующая остановка метро Крылатская. То есть уже три машины точно на маршруте. Вот вроде новая машина, совершенно новая, а стекло дребезжит. Вот я его прижимаю рукой, и оно перестает. Ну или меньше, во всяком случае, становится. Отпускаю, дребезжит. А ведь совершенно новый. Метро Крылатская. Следующая остановка Осенний бульвар. Пожалуйста, приложите ваш билет в безлимитную или социальную карту по валидатору. Убедитесь, что на валидаторе загорелся зеленый сигнал. Ваш билет – это подтверждение, что поездка застрахована.
Вот так вот мы и едем. Осенний бульвар. Следующая остановка – Рубежный проезд. Уважаемые пассажиры, во избежание травм держитесь за поручни. Ну, хоть первые пассажиры, а то ж одному здесь страшно и скучно. В салоне плюс 18, на улице плюс 7. Ну, плюс 18, не знаю, может быть, да, но что плюс 7 на улице, извините. Никак не поверю я в это. Странно, что табло не работает. Звуковые объявления есть, а это не работает. Мне кажется, звуковые сложнее сделать. Тут надо кого-то привлекать на запись, как-то все это. А здесь-то набить руками любой может. Остановки, маршрут. Рубежный проезд. Следующая остановка – Управление соцзащиты. Уважаемые пассажиры, за безбилетный проезд и неоплаченный провоз багажа установлен штраф в размере 1000 рублей, а за неправомерное использование социальных карт – в размере 2500 рублей. За неуплату штрафа в течение 60 дней предусмотрена административная ответственность. Штраф в двукратном размере – либо административный арест, либо… Либо, наверное, что-то совсем страшное.
Так, еще один. Четвертый. Управление соцзащиты. Следующая остановка — улица Крылатские холмы. Улица Крылатские холмы. Следующая остановка — Островная улица. Уважаемые пассажиры, будьте внимательны. Следите за сохранностью своих вещей и документов и оставляйте их без присмотра. При выходе не забывайте свои вещи, а вещи оставлены в пути. В салоне уже 21. Что-то не тянет самокат. Все, пошел пешком. Электросамокат — это, наверное, совсем-совсем маленький брат электробуса. Впрочем, была у меня и прогулка в этих местах. Я еще помню, тогда заплутал немножко. Может, по летом под настроение повторю что-нибудь похожее.
Халтурите вы на сборке, господа из КамАЗа. Отвратительно стекло себя ведет. Река, похоже, в этом году и не замерзнет. Ну, только если не грянут какие-то морозы совсем уж неожиданные. Живописный мост. Живописное это название, если кто не знает. Вот тот вот с гнездом подвешенным в середине, красный. Все, видимо, приехали. Следующий уже, похоже, конечный. А тут похоже что-то на такой вот водоем, куда снег сводит, что ли, для таяния. Ну, похоже, потому что есть подъезды какие-то такие для машин. Что-то, не знаю, конечно. Следующая остановка. Спорт. Центр Крылатска. А, нет. Следующий. Уважаемые транспорта, не стойте в местах проезжей части. Соблюдайте правила дорожного движения. Переходите дорогу только по пешеходным переходам. Улица называется Островная. Остановка спортцентр Крылатская. Конечно, идите, не забывайте, пожалуйста, свои вещи. Уважаемые пассажиры, соблюдайте правила дорожного движения. Да, спасибо и вам также. Вот такой вот 832 посадки нет. Осталось найти, где теперь посадка есть. Но там установка какая-то. Я не знаю, как он едет назад. Разворачивается и едет. Пойду посмотрю, что написано на установке.
Не факт, конечно, что он здесь назад едет, не знаю. Сейчас посмотрим. Будем искать. В случае чего. Да нет, написано 832. Солнце слепит. Ага, вот он разворачивается там. Но смотреть зарядные станции, я думаю, смысла нет. По той причине, что сюда троллейбусная линия не подходит. И взяться им вроде как неоткуда. Так, едет что ли же все? Я хотел пройтись. Не, все, назад. Ну понятно, раз зарядки нет, чему там делать. Тут же и назад поехали. Только вот сейчас солнце будет светить неприятно. А у меня сработает? Работал. Следующая остановка. Гольф-комплекс. Проблема с солнцем будет, поэтому я не очень переживаю, что там человек встал, наоборот, мне надо куда-нибудь туда вот. Гольф-комплекс. Следующая остановка – Островная улица. Готовьте ваши комментарии про маршрут воздуховоз. Островная улица. Следующая остановка – улица Крылатские холмы. Пожалуйста, приложите ваш билет, безлимитную или социальную карту по валидатору. Убедитесь, что на валидаторе загорелся зеленый сигнал. Ваш билет. Ваш билет – это ваш билет. О, люди катаются.
интересно, откуда он взялся здесь, электробус? А? Перед нами же никто не ехал. В общем, впереди тоже 832, и навстречу тоже идет 832, вот тот, который встречный. Но впереди где-то на одну остановку впереди ищет, идет непонятно. Улица Крылатские холмы. Он стоит на светофоре. Управление соцзащитой. Уважаемые пассажиры, во избежание травм, держите их за поручни. Еще один встречный. Встал. Не видно его. За водителем он находится. Интересно, почему мы никуда не едем?
табло проснулось, стал заставку крутить. Все, Осенний бульвар, считайте, приехали. Осенний бульвар. Следующая остановка — метро Крылатская. Уважаемые пассажиры, будьте внимательны. Следите за сохранностью своих вещей и документов, не оставляйте их без присмотра. При выходе не забывайте свои вещи. О вещах, оставленных другими пассажирами, не трогая их, сообщайте водителю. Метро Крылатская. Следующая остановка — метро Крылатская. Метро Крылатская. Следующая остановка — дом быта. Уважаемые пассажиры, в избежании травм держитесь за поручни. Следующая остановка — Крылатская.
Остановка Крылатская. Конечная. При выходе не забывайте, пожалуйста, свои вещи. Уважаемые пассажиры, соблюдайте правила дорожного движения. Все. Вот тут ему, где оказывается конечная, подъезжает прям к зарядникам. Ну что я могу сказать? Ну, в техническом плане у меня претензий нет. Все доехали хорошо. Ну а насчет того, востребован этот маршрут или нет, я не знаю, не мне судить. Я здесь не живу. Поэтому не знаю, как все это обстоит. В будние дни, скажем так. Все. Пойду я к метро. Второй день работы электробусов на этом маршруте. Вчера они поехали, 25 января, сегодня 26. Ну, в общем, все, что говорить, больше нечего. Проехались, добавили в список маршрутов новый, 832. Когда узнаете о том, что еще где-то что-то такое произошло свеженькое, дайте знать. Только, пожалуйста, желательно со ссылочками, что и почему, чтобы не ходить зря. Очень хочется пройти, конечно, потому что все стоят. Ну ладно, подожду, не будем дергаться. Так, 7 секунд. Так, все, я выключаю, потому что до метро довольно далеко, нет это смысла все снимать. Пишите, что будет интересного еще. Пока, всем всего хорошего. Ну, пока иду до метро, решил включиться. Так, снегоуборка. Но это все хорошо, если машина не припаркована.
вчера минус выбрало. Я проводили цели, я не могу. Урну, чтоб не увели. Акварель, наверное, уехала. Да, тут название только вот здесь, в середине платформы, на стенах нет названия. Когда я на таких станциях оказываюсь, вот с левой стороны и с правой, просто вспоминаю историю, как к нам тут приехали на работу иностранцы. Кириллицы совсем не понимают. Спросили, где им на Коломенской. Как определить, в какую сторону ехать в центр. Ну, в общем, минутная пауза такая, секундная. Я сказал, туда, где это самое. Указателей больше. Ну, сказал так образно, конечно, через приятеля, который язык знал. Но, в общем, народу понравилась такая вот навигация, где указателей больше, туда и центр. Все.